Всем привет! Всем привет! Мы на канале Ходилашки. Сегодня мы будем лепить Тейлза. Да, это двуххвостый лис. Вот, который умеет летать. Который умеет летать. Конечно же, сами мы не можем лепить, поэтому руководствуемся... Из своих хвостиков. Да, поэтому руководствуемся вот таким вот замечательным YouTube-каналом для лепки. Такой. Ну что ж, у нас все готово. Мы взяли, подготовили, значит, пластилин купили, красный, белый. Такой оранжевый, ну, такой рыжеватого такого цвета, ближе к оранжевому. Вот пластилин. У нас есть инструменты. Аня нарисовала своих динозавриков через трафарет. Ну что, на счет 3, 4, 3, 2, 1. Поехали. Говори, 3, поехали. 2, поехали. Так, в общем, смотрите, мы сделали каркас. Каркас. Это вот ноги. И сейчас будем, значит, платформу делать. А я вот сделал вот такую вот платформу, обувь ему, ручки и два хвоста сделал. Вот такие вот два лисих хвоста. Сейчас буду ему У нас все готово. Хвосты, пис, голова, и все готово. Так, друзья, ну что, ля финале. Голова, тело, соединяем. Ну вот, короче, вот как-то так. Сейчас. Ну, давайте так. Лайк. Лайк, если I like. Сейчас фотку, тут надо его чуть-чуть подредактировать, конечно. Блин, что с автофокусом? Во, вот так, наверное, лучше. Ань, как тебе? Как всегда. Нормально. Ставьте лайки, да? Ну, короче, вот такой вот. Ой, короче, остался как бы факт.